Единая Россия увеличивает зарплату бюджетникам. В ближайшее время учителя и врачи будут получать на 10% больше. Оклады будут насчитаны по-новому уже с сентября. Подробности в нашем репортаже. Повысить зарплату бюджетникам «Единая Россия» предлагала еще в прошлом году, но принять новый закон тогда не позволил кризис. Этим летом партия обратилась с предложением к губернатору. Михаил Юревич инициативу поддержал. Мы определились с тем, что поднятие будет с 1 сентября. Абсолютно уверен, что бюджет Челябинской области справится. Да и необходимость такая, повышение заработной платы, возникла. Я, как член «Единой России», полностью разделяю эту озабоченность партии. Теперь зарплата учителей и врачей вырастет на 10%. Для этого из областной казны выделяется почти 1,5 миллиона рублей дополнительно. Работники бюджетной сферы говорят, что уже почувствовали изменения. Например, средняя заработная плата в 2007 году по больнице составляла 9,5 тысяч рублей. В частности, у врачей 15 тысяч, у среднего персонала около 9 тысяч рублей. А уже по первой половине 2010 года средняя заработная плата по больнице составляла 16,5 тысяч рублей, у врачей 27,5 тысяч рублей. Экономить на зарплате бюджетников власти намерены и впредь, ведь от этого напрямую зависит уровень жизни людей. А еще благодаря новому закону в школы и больницы придут молодые специалисты. Ждем, то есть у нас график выплаты определенный, мы эту повышенную заработную плату ждем со дня на день. Труд учительский очень сложный, и поэтому любому повышению, тем более, когда партия за нас хлопочет, мы очень рады. Всего на повышение зарплаты в этом году будет направлено 750 миллионов рублей. В бюджет Челябинской области эта сумма уже заложена.